Вы знаете, я даже не успел, на самом деле, вот так мечтать или сны, кем. 16 лет я начал выступать чудесным образом. Одна женщина появилась в моей жизни, певица, и изменилась судьба моя на 180 градусов. Но опять все-таки Господь, Он нарисовал карту судьбы моей. Поэтому не знаю, кем. Может быть, хотел чуть-чуть какое-то время остаться врачом, потом, я не знаю, но ни в коем случае не этим. Врачом, пилотом, может быть, но не успел. Поэтому я являюсь артистом, и я увидел славу в России. И благодаря вот России я действительно стал артистом, уважаемым, и есть фанаты. Поэтому слава приходит от Господа, популярность. И надо относиться ко всем благодарностью. Нельзя быть неблагодарным человеком. Слава Богу за все.